7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Otis, you crazy mother. Доброго времени суток. С вами Александр. И давайте же продолжим путешествие пастыря, его команды и его паствы. Ну или что-то в этом роде. Итак, нам необходимо найти Серафима, который станет хранителем, и Бреннера, собственно. Итого можно посмотреть, куда нам вообще надо идти. Так... Один звездочку у нас вот здесь, и это единственная звездочка. Так что, ну, туда, собственно, и пойдем. Опа! Работает хреновина-то. Этот обнаруживает сундуки. А, правда, янтарный жилет. Их и так уже много. И, кстати, я так и не разобрался с перековками и со всем на свете. О, великий Серафим, чья благодать еще живет в этих землях, обрати свой слух к мольбам нашим. Спасибо вам, отец Бреннер, с вашей помощью мой сын выздоравливает. Не стоит благодарить меня, это ответ на ваши прилежные молитвы. Будьте стойки, сохраняйте сердце и мысли в чистоте, и продолжайте молиться за сына. Пожертвование святилищу. Госпожа, я уже говорил, что не могу. Прошу, примите, я кое-что поняла. Простые молитвы о помощи — это оскорбление Серафима, проявление эгоизма. Кто вам такое сказал? Какой-то конкретный человек. Вам понадобятся деньги, чтобы заплатить за лечение сына. Лучше потратьте их на это, ради вашего сына. А мой сын со мной полностью согласен. Все говорят одно и то же. Его раны — это наказание за эгоистичные просьбы. И еще распускают гадкие слухи о нас с вами, отец Бреннер. Прошу вас, примите их во имя нашего спасения. Хорошо. Я смиренно принимаю ваш дар в знак благодарности вам и вашему сыну. Спасибо. Надеюсь, теперь эти ужасные слухи прекратятся. Да благословит вас Серафим, отец. Верно. Благословление? Пожалуй, куплю выпить. Алкаш? Принцесса? Я здесь, чтобы попросить вас о помощи. Меня? Я прошу вас принять нового Серафима в храм этого города и заботиться о нем. Об этом просит пастырь. Пастырь? Вы хотите сказать, этот мальчик? Прошу прощения. Вы ни в чем не виноваты. Виновата королевская семья, позволившая стольким людям свернуть с праведного пути. Прошу прощения. Я рад познакомиться. Меня Сарей звать. Я бы хотел, чтобы вы молились в этой часовне о защите Озерного Града. Я прошу прощения за все неприятности, которые я причинил, так небрежно вынув священный клинок. Я только ступил на путь пастыря, еще не все знаю, но обещаю делать все, что в моих силах. Конечно, все в порядке, прошу, не надо формальностей. Спасибо. Я тоже обращаюсь к вам с просьбой, тоже на колени вставать. Пожалуйста, помогите мне, чтобы я могла в свою очередь помочь этому неопытному, но искреннему пастырю. Разумеется. Для меня честь служить таким людям, как вы. У моего тела сил немного, но я отдам нашему делу все силы моей души. Рад слышать. А надо же, я просто с ног валюсь. Ты только сейчас вышел из таверны. Что ж, отец, когда вы будете готовы, я снова приду к вам. Как пожелаете. Будьте осторожны. Вальготной походкой.
Пошел он за водкой. А похоже, это способ выразить благодарность. Это очень в стиле Сарея было. Думаю, священник тоже рад остался. Итак, мы нашли того, кто будет молиться Серафимом. Это, конечно, хорошо. Нам теперь надо найти, собственно, Серафима. А где? Чё-то ничего не показано. И вроде ничего не видели. Ну, кроме той бешеной собаки, которая убивала нас. Тут нет ничего. Святой отец, примите мои извинения за то, что мой сын набедокурил. Я задал ему хорошую трёпку. Можете быть в этом уверены. Теперь мы квиты, верно? Наверное. О, кстати, сохраняшечка. И сундучочек. Сарей, осмотрись. Так он заперт, слышь? Ты там вскрывать замки не умеешь? Случаем. Так, ну, в принципе, можно в церквушке-то и сохраниться. И надо куда-то идти. Искать Серафима. Так, итого мы пробежим, допустим, вот здесь. И, наверное, в богатый квартал забежим. Может быть, он там? Тут вроде ничего нету. Там мы открывали сундук. Здесь мы с лисом махались. Кажется, поблизости что-то есть. Вообще-то видно было. Дали еще одно кольцо пустоты, которое у нас уже, собственно, есть. Этот монумент мы давно исследовали. Так, в богатый квартал. Туда так туда. А у нас... Ну вот хорошо, нам Серафима надо найти, да? Там вон дальше можно пройти, может туда сходить. Нигде не описывается именно, а что надо сделать. Например, вот здесь вот. Боевых, находки, навыки, история. А, это фигня. Во! Поселился отвратительный Хелион. Сарей были на грамме, но тут появился Миклео. Это вот как раз то, что было. Ну и, собственно, ничего. Просто нам пересказали то, что было, и все. Ребят, не хотите стать... Объявился пастырь, все то же самое. Принцесса сама по себе. Наверное. Что-то, короче, типа, пастырь появился, но надо его приструнить. Архиепископ должен это сделать. Как же иначе-то? Так, здесь у нас опять ничего. Зайти в дом нельзя. Хорошо, сейчас тогда посмотрим, что у нас вон там. Стражники вроде разговорчивые, сейчас скажут, что там. Без официального разрешения вход во дворец воспрещен, приказ Бартлоу. Пожалуйста, идите своей дорогой. Понятно, это дворец, и нам туда нельзя. Собственно, значит, в богатом квартале делать нефиг. В акведук сходить. Как вариант, мы там спасли чувака, может быть, он согласится быть вместилищем, что вряд ли. По идее, Миклео, ну, там же для Миклео, наверное, вся эта херь. Типа, как оруженосца. Не, ну, по идее, тогда почему бы Алише не быть вместилищем?
Блин, напугала меня. Кажется, получилось. Закуску какую-то сделала. Я уж думал, что-то нашли. Чух-чух-чух-чух-чух. Паровозик, чух-чух-чух. Так, вот здесь запертый сундук, да? Думаю, где-то рядом. Ну да, вот он, как бы. Вот я рассказывал мне, что под этим городом есть древние руины. Да, есть, мы в них уже побывали, там все хорошо. Так, ну, еще один сундук. О, причем янтарные сапожки. Эй, господин, а правда, что эти торговцы, ну, что снуют туда-сюда, то во дворец, то из дворца, как-то связаны с советом? Не могу тебе ответить на данный вопрос. Возможно. А мне это только кажется, ли вода в озере действительно пошла пузырями? Не обращайте на меня внимания, наверное, это все от волнения. Да не, вроде нормуль. Так, там у нас ничего здесь, ничего здесь. Угу, то, что праздник хорошо прошел. Ну, прошел и прошел, хорошо. Так, а вот здесь мы не были в этом закоулке. Если верить слухам, во время праздника священного клинка в святилище возникла большая суматоха. А потом кто-то вытащил меч, и на этом все прекратилось. Неужели это правда? Да, я вытащил меч. Угу. Было такое. Я теперь пастырь. Имею право. Итого, я так подозреваю, в акведуке делать нехер. Стоп. Не, лук взял Миклео, и лук был... Там. Артефакт божественный. Ну, в этом Галахат или как там. Руины были. Так, а что у нас еще тогда есть? На выход? Я не знаю, вот там был водопадик. Может быть, к водопаду надо сходить? За ним тоже какие-то руинки были. Сундучок. Кстати, в принципе, ну, как бы у Миклео херня способность как-то все больно близко находит. Но, по крайней мере, он отмечает на карте. Надеюсь, это будет сохраняться. Так, нифига. Тут ничего нету. Найдите Серафима. Может, тупо дальше куда-нибудь идти? Ну, кого не скажете, может, где-нибудь увидели. Что мост Грифлет разрушен. Как мог такой мост взять и просто рухнуть? Должно быть, мы чем-то разгневали духа воды. Мост. Вот этот может. Ну-ка, сейчас бегаем, посмотрим. Только мы, наверное, побежим. Да, проще будет, наверное. Блин. Да, проще будет вот здесь вот пробежать. Либо там как раз вход вот... Это не мост, а вход в руины, возможно. Блин, странно. Где искать Серафима? Я не помню, что... Говорили, где он находится. Кстати, здесь до сих пор дорога перекрыта. Хрен мы туда пробежим. А ты можешь там супер ускорение делать? Нет, можешь только пешком идти. Причем он так смешно ходит. Тарац-тац-тарац-тарац. Где нам найти Серафима? Но это явно не Миклео. Миклео сейчас с нами бегает. То есть нам надо найти еще одного Серафима. Где мы можем найти еще одного Серафима?
здесь у нас уже нету никаких тропинок, по крайней мере, из города. Соответственно, надо где-то вне города искать. Как плохо пробиваешь ты его. Мы сейчас вчетвером дрались? Я что-то даже внимания не обратил. Просто в конце показали всех четверых. Там мы везде все обшарили. Волк за нами бежит, нет? О, трава. У нас травок там тоже накопилось немерено. Хрен знает, что с ними делать. Там сундук, что? Да, причем закрытый. Еще одни сапожечки. Все, конечно, хорошо. Только непонятно, куда нам идти. В руины Галахад еще раз ходить? Нет, это глупо. Что там делать? Вообще у нас есть ледышка, которую нужно куда-то притащить, кстати. Вот, святая вода из водопада. Местилище Серафима Озерного Града. Кстати. Ну сейчас вот здесь вот проверим. Ну да, прохода нету до сих пор. Судя по карте. Ничего нельзя сделать. Как вариант, нам, возможно, надо было зайти и священную воду положить в этот самый в святилище. А в какое святилище? Само святилище, где мы вытащили меч, или все-таки в акведук? Наверное, в акведук. Ну, я больше не вижу выходов из данной ситуации. Идти куда-то дальше из города? Да вряд ли. Нам бы сказали, что типа, о, пора покидать этот город, там, что-нибудь, туля-ля-ля-тополя. Тут ничего такого не сказали. Блин, надо инверсию поставить. Неудобно. Ну-ка. Сразу. Там может есть инверсия. Ля-ля-ля-ля-ля. Влево или вправо, вверх или вниз. Во. Инвертировано. Не-не-не, сохранить надо. Подтвердить. Во! Так все равно как-то привычнее. Чё сразу не подумал об этом? Так, значит, я предлагаю для начала смотаться, где мы вытащили меч, в храм. Попробовать на его место воткнуть ледяную хиробору. Если ничего не произойдет, то забежать в акведук еще разочек. Черная штуковина. Да, черную материю сделала. У нас Алиша в качестве еды. Кушать ее мы не будем. Святилище Озерной Девы, да, все правильно, как бы, ну, по идее-то. Про акведук он до сих пор кричат. Загадка загадков. Нет. Что-то было или мне показалось? Видимо, показалось.
Кстати, еще один сундучок. Блин. Вот, сейчас, кстати, ради интереса и проверим, сохраняются у нас сундуки или нет. Нет. Ну там сзади... Короче, не сохраняются, до этого уже не было его. Фига вас там. Ну да ладно. Так, ну что, получается нам в акведук. Что у нас вообще в акведуке было? Мы спасли, добрались до всякой херни. И... превратились в мега-серафима там. Убили синих этих слизней всех. Там мы нашли какую-то сферу. Ну, собственно, все. Тогда нам получается... Блин, надо вон, кстати, с Олежкой поговорить. Может, что-нибудь путное скажет. Кто-то в руинах Галаха? Точно. Я часто вспоминаю счастливые времена, когда этих отвратительных чудищ для меня не существовало. Кстати, скоро должны начаться работы по восстановлению моста у склона горы Фалквин к югу от Озерной гавани. Ага. Там будет много рабочих, и я боюсь, как бы они не стали жертвами хелионов. Может, стоит сходить и проверить, как дела? Просто на всякий случай. Мы нашли, чем заниматься. Так. Сэри, если бы не ты, отец Бреннер так и не решился бы. Теперь нужно найти Серафима, готового стать хранителем. И где? Просто найти. Типа, а почему бы и нет? Ну, по идее, все у нас здесь... Я не могу сказать, куда нам идти. У меня нет больше мыслей. Так что пойдем на юг. Видели, видели. Леди Март там какую-то. Марьяну. Мартьяну. Так, вот здесь на юг. Ну, вон там проход как бы есть. Видимо, нам туда и надо. Помнится, мы туда забегали, но как бы так. Забежали, посмотрели, поняли, что не туда. И ушли обратно. В данный момент нам говорят, там строительство моста будет какое-то. Да, склон горы Фудзияма там, или как там ее. Пошли вы нахрен. Вот как я должен был догадаться, что сюда идти? Вон звездочка. Ага. Вы все не очень. Просто все не очень. Да это что за бобер? Бешеный бобр! А почему бобры меня бьют? Алишка, кстати... Типа, может объединяться, что ли, с той девахой? Янтарное копье, кстати, дали. Янтарное копье, я так понимаю, как раз для Алиши. Плюс 4% к атаке. У нас меткость упадет, повысится атака, повысится защита. Почему бы и нет?
Их еще надо как-то прокачивать, походу. Сокол! Здорово! Эльон там-там-бо! Так, что у нас здесь есть? Нам надо сначала вот эти уголки проверить, а потом уже идти к звездочке. Ибо вот, допустим, вот здесь вот, видать... Что там за таракан, таракан, тараканище? Это ж, блин, кальмар нахрен. Какого хрена кальмар делает в траве в горах как каких-то? Что за нафиг? Сейчас опять каким-то боссом супер-пупер окажется, не? Не. А, не дали скастоваться. Так, вижу сохраняшечку. А, ну, видимо, вот он, этот мост. Дальше нас, соответственно, не пустят. Так как мост разрушен, так, а у нас... Там дальше проход куда-то есть, пока не надо туда соваться, я думаю. Так, для начала пробежим до конца. Этот дождь какой-то неправильный. Почему над озерным градом он еле капает, а здесь льет, как из ведра? Становится понятно, как мост могло снести в такой ливень. Но все-таки это удивительно. Точно. Наверное, это Хелионы виноваты. Как же иначе-то? Работы здесь предстоит даже больше, чем мы думали. Песчаные отмели в центре, где были установлены несущие опоры, полностью смыло. Не завидую вам. Если вы строили в песочке опоры, в надежде, что это выдержит. А, показалось, летит. Ну, что ты нам скажешь? Может быть, ты станешь Серафимом? Что случилось? А мы расследуем обрушение моста Грифлет. А возможно, дело в том, что река разошлась из-за дождя. Дождь здесь ни при чем. Течение выглядит очень странно для такого уровня воды. У меня очень плохое предчувствие. А вам следует покинуть это место. А наконец-то кто-то предложил что-то разумное. Кто ты нахрен, мать твою, такой? А ладно, делайте, что сказал Сарей. Сарей? Неужели передо мной стоит пастырь? Если это он, возможно, ему удастся остановить эту херь. Ты правда считаешь, что кто-то или что-то может одолеть гнев духа воды? Духа воды? Это ужасно. Сломал мост одним махом. Это какое-то... чудовище. Тихо, хватит этой чепухи. До сих пор думаю, что это чепуха, чувак. Я вот так совершенно не думаю. Что за нахрен? Дух воды. Да не, анаконда просто большая. Обегите. Это приказ. Скорее. Какая херобурина. Да не, а по размерам-то не такая уж большая. Давай. Ураборос? Почему он в таком месте? Он закручивается и бросается на врага. Чё, я в блоке. Хрен ты чё сделаешь. А я сделаю. Так, что у нас по хпшечкам? Вроде все нормально.
остановимся чуть-чуть. Ах, не успели. Его надо стунануть каким-то чудом. Так, а как мы хпшечки будем повышать? Кто-нибудь узнает? Так, в рассыпную, ребятушки. Безногая дракон, сопротивление огню и ветру. Слабости нету, Б-помощь. Уроборос, это разновидность хелиона змеи. Почти так же опасно, как дракон. Будьте осторожны, не атакуйте, сломя голову. Концентрация охеревшая, магическая атака, охеревшая атака, так себе. Побежден 0. 3387 хпшечек, собственно, у него. Окей. Только все-таки непонятно, как восстанавливаться-то. Как мне хпшки восстановить? Ребятушки, спасайте. Ща нас, походу, ёкнут. Хиляй меня, дура. Дура, хиляй меня. Да не ОСД мне накидывай, хиляй. Ну, как-то же ведь можно. Ну, а толку мы разделились, ну, хорошо. Это я что-то нажал или что? Пум. Ну, как-то мы восстановились, но я что-то не совсем понял, как. Нет. То ли оно само выскакивает, когда мало хпшечек. У него всего 3300 хп, блин. Я вот смотрю, мы там снимаем с него прям, ну, помногу, собственно. А, ну понятно, короче. Его можно блочить. Вот. Что-то фигово заблочили. Ну, девчонки, давайте, долбите его. В самом-то деле. Че, все мне, что ли, отдуваться? Не успели. Сейчас он нам, короче, наваляет. Да что ты к нему подбегаешь? Ты же лучник, мать твою. У него вообще хапушки тратятся или нет? Мне вот этот вот минимум, по-моему, уже очень давно. Нас чему-то опять пытаются научить или что? Внезапно победили. Я не понял. Ну да ладно, победили, хорошо. Нажав, можно выбрать, с каким серафимом вы будете слияться. А, типа зажимаем. После переключения вам нужно подождать, прежде чем снова сможете переключиться. Если нажать во время слияния, вы вернетесь в обычное состояние. Это понятно. Угу. Видимо, это Серафим. Что? Хелион превратился в Серафима?
Нет, здесь все наоборот. Хелионы достаточно сильные для того, чтобы материализоваться в прошлом, были серафимами. Серафим может стать хелионом? А из серафимов, которые полностью превратились в хелионов, получаются драконы. Драконы? Они что, в натуре есть? Значит, легенды не врут. Тоже девка, что ли? Как-то внезапно она очухалась. Не, пацан. Значит, в том, что мост разрушен, виноват и я? Ну, мне так стыдно. Если бы ты не пришел и не очистил меня, кто знает, что бы могло бы случиться-то. Спасибо. Я очень рад, что мы смогли спасти тебя. Я Уно, юный пастырь. Сарей. Уно, благодарны за спасение, мы просим тебя об одолжении. Ты выслушаешь нас? Одари благодатью озерный град. Но судя по тому, как сейчас в городе обстоят дела... Госпожа, вы как? Все хорошо. Столб воды исчез. Видишь, я же говорил, что с ней все будет нормуль. Принцессе ничего не угрожает, когда рядом пастырь. Разве ты только что не дрожал, как осиновый лист? А дождь прекратился, а течение внезапно успокоилось. А должно быть, это тоже сила пастыря? Конечно. Я думал, это просто сказки, черт возьми, увидеть пастыря собственными глазами. Следи за языком в присутствии пастыря. А мне показалось, будто пастырь прорвался прямо сквозь столб. Вряд ли мне кто-то поверит. Кому какое дело? Я скорее поверю чудеса пастыря. Чертовы духи воды могут расцеловать мой огромный зад. Ты вообще просил за языком следить? А значит, здесь еще есть люди, которые верят. Что ж, ты помог мне снова стать собой. А значит, ты поможешь? Я стану хранителем и благословлю озерный град. Спасибо, Юно. Уно. Уно моменто. Ты, должно быть, старший партнер. Ты нашла прекрасного пастыря. Да-да. Пора идти. Отец Бреннер ждет нас. А это, блин, шпионит все. Че за хмырь? Фу, победили. А мы победили врага. Не совсем понятно как, но победили. И продолжим мы когда-нибудь потом. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи вам. Пока-пока.